Казахстане 525 миллиардов тенге дополнительно возвращены в доход государства. Об этом сообщили на заседании комиссии по вопросам возврата активов. Прошло оно под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова. На эти деньги одобрено строительство спортивного комплекса для одаренных детей и спортсменов на 120 мест в Аркалыке, реабилитационного центра для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Астане, а также тренировочного центра для людей с особыми потребностями на 400 мест в Алматы. Часть средств направят в специальный государственный фонд. Отмечу, с начала года комиссии одобрены соглашения по возврату активов на сумму свыше 900 миллиардов тенге.